Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня нам хотелось бы опять вернуться к этому прекрасному электроскутеру от бренда Mifune и показать вам то, от чего вы просто прозреете. Прозреете именно если узнаете о том, как на вас зарабатывают разного рода барыги, которые продают вам эту электротехнику. Давайте сразу к делу, смотрим внимательно вот это видео, а потом комментируем. Це самий дешевий велосипед з електродвигуном в Україні – Spark R6. Ціна його 15 тисяч гривень. Потужність двигуна – 350 Вт. Акумуляторна батарея – 48 Вольт, 13 Ампер-годин. Максимальна швидкість – 25 км за годину. На одному заряді можемо кататися до 35 км. Є три рівня потужності. LED-фара. На табло можемо побачити заряд акумулятора. Увімкнути можна ключем або кнопкою на пульті дистанційного запуску. Є повороти, звуковий сигнал. Зарядний пристрій іде в комплекті. Вага його 45,5 кг, вантажопідйомність 150. Колеса 14 дюймів. Нагадую, ціна його 15 тисяч гривень, а найбільший асортимент електротранспорту тільки в магазинах Comfort Center. В данном видео вы увидели женщину частного предпринимателя из Украины, которая продает примерно вот такие электроскутеры за 15 тысяч гривен, в долларах это 375 долларов США. Неплохо, не правда ли? А теперь смотрите сюда, это страничка покупки данного электроскутера и цена его всего 88 долларов США. Ссылку на эту страничку мы вам дадим в описании под этим видеороликом. Вот тут представлены фото данного электроскутера и ниже его технические характеристики. Всего за 88 долларов вы его можете заказать на китайском сайте прямо сейчас. Ссылку на страницу покупки данного электрокара смотрите в конце описания к этому видео. Вот так нас наказывают барыги, ставят наценку на электротехнику аж на 500%. И это не только в Украине, но и в России, и по всей Европе, и по всему миру. Вот так они нам завышают цены. Да, конечно же, вам еще и за пересылку этого прекрасного скутера нужно будет заплатить, и ждать посылку из Китая нужно будет около месяца по времени. Но все равно, разница почти в 300 баксов, того стоит. Ну вот и все, заходите еще и на наш сайт, где мы даем вам ссылки на самые выгодные предложения электрокаров для вас. Всего вам доброго, и только хорошего настроения.